Жил-был человек. Звали его Кузнецов. Однажды сломалась у него табуретка. Он вышел из дома и пошел в магазин купить столярного клея, чтобы склеить табуретку. Когда Кузнецов проходил мимо недостроенного дома, сверху упал кирпич и ударил Кузнецова по голове. Кузнецов упал, но сразу же вскочил на ноги и пощупал свою голову. На голове у Кузнецова вскочила огромная шишка. Кузнецов погладил шишку рукой и сказал: «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в магазин, чтобы... Ах, что же это такое? Я забыл, зачем я пошел в магазин». В это время с крыши упал второй кирпич и опять стукнул Кузнецова по голове. «Ах!» – вскрикнул Кузнецов, схватился за голову и нащупал на голове вторую шишку. «Вот так история», – сказал Кузнецов. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из дома и пошел в... Куда же я пошел? Я забыл. Куда я пошел?» Тут сверху на Кузнецова упал третий кирпич, и на голове Кузнецова вскочила третья шишка. «Ай-ай-ай!» – закричал Кузнецов, хватаясь за голову. «Я, гражданин Кузнецов, вышел из погреба? Нет. Вышел из бочки? Нет. Откуда же я вышел?» С крыши упал четвертый кирпич, ударил Кузнецова по затылку, и на затылке у Кузнецова вскочила четвертая шишка. «Ну и ну», — сказал Кузнецов, почесывая затылок. «Я. Кто же я? Никак я забыл, как меня зовут. Вот так история. Как же меня зовут? Василий Петухов? Нет. Николай Сапогов? Нет. Пантелей Рысаков? Нет. Но кто же я?» Но тут с крыши упал пятый кирпич и так стукнул Кузнецова по затылку, что Кузнецов окончательно позабыл все на свете и, крикнув «Ого-го!», побежал по улице. Пожалуйста, если кто-нибудь встретит на улице человека, у которого на голове 5 шишек, напомните ему, что зовут его Кузнецов, и что ему нужно купить столярного клея и починить сломанную табуретку.